В экспозицию вошли живописные и графические работы. Спецпроект подготовлен к открытию мотосезона на курорте. Сама художница отметила, что интерес к мотоциклам у нее с детства. Этой техникой увлекались ее мама и брат. Любимыми аттракционами в цирке были гонки по вертикали и шар смелости. Сама Ксения родилась в Новочебоксарске. С 2005 года она член Союза художников России. Тем, кто также не смыслит себя без рева мотора и встречного ветра, будет что обсудить на вернисаже. Выставка открыта до 5 мая.